нарушение подвижности позвоночника,
Также в тяжелых случаях при несвоевременном лечении приводит к инвалидности. Тяговый гнит – это воспаление сухожилия и окружающей его оболочки. Страдают сухожилия, которые покрыты соединительной тканной оболочкой в области предплечья, выше запястного сустава и кисти, а также голеностопного сустава, стопы и ахиллового сухожилия. Слева мы видим контрактуру связок кисти, это идет начальная стадия заболевания. Справа на картинке мы можем увидеть здоровую ногу и правая нога. При тендовогените мы видим значительный отек. Признаки поражения кожи и слизистых оболочек. То таким основным относится это эритема на лице бабочка. Обычно она не поражает носогубный треугольник. Относится дискоидная волчанка, синдром Рейно. Кожным проявлением васкулита является мигрирующая эритема кистей, пальцев, некроз ногтевого ложа, крапивница, пальпируемая пурпура. Алопеция, фотосенсибилизация, также слизистая волчанка. Слизистая волчанка – это идет изъязвление полости рта. Обычно поражается твердое, мягкое небо, десны, щеки, передние отделы носовой перегородки. Также может возникнуть люпус профундус или волчаночный фолликулит, то есть когда возникает подкожное мозговое поражение. На данном слайде мы видим слева это эритема, бабочка, также может быть дискоидная красная волчанка. В отличие от эритемы бабочки, дискоидная красная волчанка, она может идти по всему телу, характеризируется гиперкератозом, инфильтрацией, синдром Рейно. Из-за вазоспазма получается, что кожа бледнеет, и из-за недостатка кислорода пальцы начинают синеть. С притоком крови цвет восстанавливается. Справа мы видим алоперцию. На данном слайде представлены очаговые и тотальные. Также может быть генерализованная алоперция, то есть это когда идет облысение полностью всего тела. Сердечно-легочные проявления, к ним относятся флебит, пневмонит, альвеолярное кровотечение, тело, легочная гипертензия, пневмофиброз, перикардит, миокардит и как осложнение васкулита, эндокардит, лигмоносакса. Здесь мы видим представлено, как уже ранее говорилось, эндокардит, лигмоносакса. Вот здесь видно, что оно напоминает такие небольшие грозди винограда, которые образуются на желудочковой поверхности задней нейтральной створки. Часто с колебанием нейтральной створки и кожи, к моральному эндокарду. Среди клинических проявлений это лимфоаденопатия, она может быть как у детей, так и у пациента молодого возраста. И у представителей негроидной расы неврологические проявления, к ним относятся когнитивные нарушения, психоз, а также менингит, ишемический инсульт, субаортальное дальнее кровоизлияние, могут наблюдаться судороги, нейропатии и мозжечковые нарушения. Поражение мозга, которое чаще всего встречается, это нефрит, гломерит, гломерулонефрит. И наиболее характерными проявлениями являются протеинурия, изменение осадка мочи, подкожно-щелочные эритроциты и лейкоциты, артериальная гипертензия и отек. Гематологическим проявлением относятся анемия, лейкопения, тромбоцитопения. Также имеются желудочно-кишечные проявления, к начальным проявлениям относятся тошнота, рвота, боль в животе, далее сопровождается это нарушение перистальтики, может возникать перфорации, обструкции. Также системная красная волчанка именно при желудочно-кишечных проявлениях обостряется при лечении высокими дозами кортикостероидов или азатиокрина. Также хочу обратить ваше внимание, что системная красная волчанка, она составляет очень большую опасность для акушерской патологии.
Так как при системной красной волчанке увеличивается возможность выкидыша на ранних и поздних сроках. Но если вдруг планируется беременность, это должно быть в стадии ремиссии от 6 до 12 месяцев. Также на момент оплодотворения женщина должна находиться в стадии ремиссии. Но стадия ремиссии не гарантирует того, что во время беременности не будет осложнений. Дети, которые рождаются с неонатальной формой красной волчанки, в младенческом периоде имеют эритематозный сыпь и анемию, поэтому следует проводить дифференциальный диагноз атипическим дерматитом. У 40% таких детей наблюдается поражение кожи, у 40% рожденные блокады сердца, у 10-20% может быть комбинация этих симптомов. Почти 50% детей с рожденными блокадами сердца нуждаются в постоянной электрокардиостимуляции, а 10% погибают при ее отключении. Спасибо за внимание.